поисках золота. Мистер Эванс? Мистер Эванс? Мистер Эванс, я доктор Рис. Вы очнулись в больнице Вэлли Мемориал. Дон. Где? Где Дон? Простите, что разбудила вас, но офицер полиции хочет задать вам пару важных вопросов. Дон. Где моя жена? Буду скучать по тебе. Но не так, как ты по мне. Нет, конечно. Ты солнце, а я луна. Сателлит. Спутник. Нет, не спутник. Вообще-то была одна история. Одна девушка сказала мне, что у меня есть небесное тело. Не думай, что так и сказала. Нет, именно так и сказала. Я комплименты не забываю. Вспомнить бы, кто же это был. Я хотела бы быть с тобой. Сейчас ведь я здесь. Отчуждение. Дон, я так и не получил письма Уилла о трудоустройстве. Гарантии не даю, но оно нужно как можно скорее. Сожалею, что вы так долго ехали на подписание контракта. Узнал только утром. Одновременно с вами. Такое случается, Уилл. Один инвестор уходит, берут второго. Это бред и плохая практика. Знаю, у вас был долгий застой, но не волнуйтесь. Я именно вас хочу на эту должность. Дело не в этом. Вопрос чисто финансовый. Вы или я тут ни при чем. Как Дон? Она приехала с вами? Уезжаете сегодня? Я хочу работу, которую мне обещали. Нельзя управлять участком, которого нет. Мне плевать. Подрезка деревьев или мойка полов. Переведите меня, как получите финансирование. Уилл, я не нанимаю на такие должности, вы знаете. Попросите об одолжении. Договоритесь. Попробую. Он может проверить мой телефон. Не хочу, чтобы видел этот звонок. Нет, он знает, что ты его ненавидишь. Папа, давай не сейчас. Не будет отчуждения. Уилл работает. Банк обещал сотрудничать с нами, но это было пару недель назад, и мы пропустили платеж. Я наслышан разного. Вот и подумала, может, ты дашь гарантию. Просто имя Уиллу не обязательно знать. Папа? Всего на 2-3 месяца. Небольшая гарантия, а потом отзовешь ее. Нет, я не забыла, что все еще должна тебе. Ты мне часто напоминаешь. Но эта работа поможет вернуть долг. Мы почти у цели. Да.
Это мне? Как все прошло? Я в деле. Без заминок? Составил письмо для банка? Вышлю сегодня по факсу. Привет. Получила фото. Круто, правда? Представляю, как вернусь во все это. Что сказал папа? Нет. Нет, у него не было собеседования. Его сразу взяли. Машина! Эй! Что на них надето? Думали, проедете мимо. Ну и холодина, да? Не по погоде вы одеты. Можно сесть? Куда вам нужно? Подальше отсюда. А вы куда едете? Домой, в Ванкувер. Ванкувер идеально подходит. Спасибо. Я так рад, что вы остановились. Тут очень мало машин. И почти все мимо едут. Я Дон, а это Уилл. И мы едем в Ванкувер, как я и говорила. Вы сами местные? Нет. Друзей навещали. Здорово. А где? Боже. Он только откинулся, а я проститутка. Достаточно данных. Мы можем поспать. Меня зовут Ли, это моя сестра Шерил. Думала, что замерзнет там насмерть, и сильно устала, так что... Ванкувер — то, что надо. От Пита Халланта. Не смог найти тебе никакой работы, это выше моих сил, удачи. Эй, я оплатил. У меня нет налички. Ничего. Мы заплатили за дорогу. Шерил. Слушай, нам надо... Я хочу их высадить. Мы довезли их до трассы, хватит. Он заправил нас бензином. Все будет хорошо. Возьми. Боже, что вы творите? Что это было? Эй, вы что творите? Эй! Охренеть. Холодно. Отведем его в машину, давайте. Сэр, вам нельзя здесь бродить. Садите его сюда.
Так, Дон, у него сильная гипотермия. Вызывай скорую, пускай встретят нас на следующей остановке. Нет сигнала, я пыталась. Наберу еще. Шерил, Шерил. Обнимите его посильнее, чтобы согреть. Да, это то место. Он еще спит? Да. Я еще не спасал жизнь. Зато поправил карму в начале поездки. Боже. Он не спит. Проснулся, это хорошо. Нет, все плохо. Вот черт. Нет, он очень холодный. Он умер минут 20 назад. Что вы делаете? Кормаклит. White Rock. А это поможет карме? Не навредит. Мы люди, делающие, что можем. Результаты нам не подконтрольны. Тут, кажется, несколько тысяч. Какого черта? Я видел, как вы мялись с кредиткой. Это карма, приятель. У него может быть семья. Наши деньги вы легко взяли. Мы живы, Уилл. Так что поехали. И нам с Шерил не помешают деньги. Что плохого в помощи от Вселенной? Да, пускай Вселенная платит ваш бензин. Боже, пусть забирает, Уилл. Смотрите, он возил с собой какое-то уравнение. Это координаты GPS. А они где-то рядом. Говорите, нашли его на трассе? Думаете, он лишился машины? Странновато, не думаете? Ехал без документов. Да, когда мы нашли его, он был не за рулем. У него была поздняя стадия гипотермии. Он ничего не сказал? Имя? Родственники? Сказал, что ему холодно. Я поверила. Я не хочу показаться грубым, но мы просто решили помочь, и нам пора ехать. Вы никуда не поедете. Черный лед. Вызвал уже много аварий. Да, трасса скоро откроется, уже утром. Здесь такое случается. Молодцы, что его подобрали. Мало кто бы так сделал. Заслужили награду, а не выговор. Отлично. Спасибо большое. Кормаклит, White Rock. Вот вырезка из старой газеты. В 95-м банда ограбила ряд банков. Хорошо, были организованы. В последнем налете убили охранника, украли 4 миллиона золотыми монетами. Обалдеть. Наличных не брали. Кажется, я о таком слышал. Жуть, что было дальше? 3 недели спустя коп выехал на вызов и нашел в отеле раненого мужчину, а рядом с ним остальную банду. Черт. А золото? Он сказал, что не знает, где оно. Его посадили на 20 лет. Народ, монеты не нашли. По крайней мере, когда написали это. Да уж, сукину сыну удалось. Думаете, координаты — это место тайника? Есть лишь один способ узнать. Он там явно не на пробежке был. Думаете, он вышел и помчался за деньгами? Я бы так и сделала. 4 миллиона. Нас четверо. Это не совпадение. Нет, 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 нет. Это просто догадка. Мы ничего не знаем. Если у него было 4 миллиона, полиция явно следила за ним. Он и выждал, пока они заснут. Копы тупые. Не любите халявные деньги? Зимние прогулки в тех лесах могут обойтись дороже, чем кажется. Вы экспертом стали? По зиме? По соображениям. Он управляющий участками в лесозаготовительной отрасли. Да ладно. Идеально. Простой вопрос. Вы молитесь? Простите? Просите Бога оберегать вас? Я сейчас не о словах, ведь иногда наши сердца красноречивее языка.
Вам это нужно, Уилл? Ожерелье Кормака. Сперва думал, что это перстень. Но выбор непрост. Для нас так точно. Мы с Шерил хотим начать новую жизнь. Только вот я не знал как, но это... Это знак, Уилл. Это способно изменить остаток наших жизней. Она что, украла GPS? Подумайте об этом. Иначе все заберут банки. Ведь их имущество застраховано. Может, он прав, что тот мужчина не случайно вышел перед машиной. Да, брось. Дон, у полиции есть наши имена, наш адрес. А у банков скоро будет все остальное. 4 миллиона. Даже часть этого нас освободит. Пока ты не наладишь все с работой. И последние 1,5 года можно будет вычеркнуть. Дон, мы даже не уверены, что деньги там. Охренеть! Вы не поверите. Это всего в 50 километрах. Смотрите, совсем рядом с дорогой. Успеем туда и назад за 2 часа. Снова хорошие новости? Да. Что? Это в 2 часа. Элементарно. В реальной жизни все куда сложнее. Мы без понятия, что там. Возможно, хорошо экипированный отряд будет идти туда целый день. Мы вообще ничего не знаем. Ладно. Тогда поедем утром. Мы должны сделать это завтра. Копы тупые, но не настолько. Мы сделаем все утром. Тик-так. Что такое, испугался, бойскаут? Решим все днем. Логично. А Кормак оплатил вам номер на ночь. Да, аккумулятор сел 2 дня назад. Вот, решил его прогреть. Отличная идея. А я плохо сплю. Вышел воздухом подышать. Мир удивителен. Да. До утра. До утра.
У них есть GPS. Эй! Эй, засранец! Спасибо большое! Привет! Пытались купить снаряжение в этом городке, но никто не продает. Ну что, готовы к долгой прогулке? Уилл, езжай по этой дороге. А если она заблокирована? Немного снега, не помеха. Стоп, стоп, стоп. Мы подъехали максимально близко. Дальше пешком. Рукавец не найдется? Боюсь, мне нечем помочь. На случай спущенной шины? Чтобы копать. Если у кого-то вдруг нет кирки. Дон, где наша кирка? Насли, с мешками золота. А может, надо будет кому-то отбить яйца? Это то, что я думаю? Ракетница. Смотри. Да, нам туда. Погода прекрасная. Были когда-то в снегах? А то. Вчера. Пойдемте. Солнце добавило градусов 5. Да, отражением от снега. Радуйтесь, что не ветрено, иначе было бы непросто. А когда темнеет? В эту пору года в 4:35. Мы успеем. Проклятие. Ты в порядке? Сейчас. Давай, я тебе палку вырежу. Стоп, у тебя есть нож? Ну-ка, дай мне. Вот, природные снегоступы. Эй! Надо идти там, где тоньше. Обувь здесь не выдержит. Но нам туда. Пойдем, где меньше снега, и скорректируем направление. И быстрее будет, и меньше устанем. Я подумал, нельзя все тратить. Так нас поймают.
Никто не отследит, это же не деньги за наркоту. Знаете, делайте, как захотите. Я свои закапывать не буду. Смысл быть богатым, боясь купить, что тебе хочется? Что вы сделаете со своим миллионом? Я хочу, чтобы все стало как прежде. Вернуть наш дом, стереть ошибки последних лет и родить ребенка. Это славно, Дон. И просто. В этом ничего плохого. Становится холоднее, но я не особо чувствую. Это потому, что ты активно двигаешься. Но мы потеем в одежду. Как пот начнет замерзать, ты это ощутишь. Неважно. Мы прошли больше половины. Не думаю, что так быстро. Были бы еще ближе. Не пойди мы в обход. Осторожно. Свинья. Прости. Эти тупые снегоступы. Знаете, на такой поверхности они бесполезны. Что ж, было забавно. Эй, Ли. Да. Примерзли. Твою мать. Все хорошо? Да, порядок. Держи. Это скала. Что? Отдай, стерва! Дон! Дон! Не дайте мне упасть! Не дайте упасть! Тяни, тяни! Я держу! Вот так. Шерил. Шерил, иди сюда. Слава богу. Слава богу. Ты цела? Да. Детка. Черт. Этого в программе не было. Все было отмечено на GPS. Я не знала, что это скала. Там была просто линия. Она могла оказаться рекой, ручьем. Не только я на экран смотрела. Тогда зачем делала вид, что все знаешь? Я впервые им пользуюсь. И просто шла по стрелке. Никто тебя не винит. Она винит. У нее шок. Ясно. Она боится высоты и едва не умерла. Это была просто линия, Дон. Просто линия. Все мы ее видели. Неважно, что там было. Нам не спуститься вниз. Ты в порядке? Надо было избавиться от них, когда был шанс. Ли, я им не доверяю. Так доверься мне, ладно? Я рядом, я тут. Когда мы получим это золото, сможем выбирать себе друзей, жить так, как захотим. Где конец скалы? Это его нет. Давай в другую сторону. Ладно. Эта скала тянется на километры в обе стороны. Можно выбрать направление. Кормак не планировал спускаться вниз. Разве что вы вернуться хотите. И что, прийти сюда завтра? Его машину или фургон найдут. Возможно, уже выяснили, кто он. Нет. Все или ничего.
Мы слишком далеко зашли, чтобы просто сдаться. Все или ничего. Согласна с ней. Дай мне GPS. Я могу идти в два раза быстрее, если буду один. Дойду до золота, посмотрю, там ли оно. Принесу часть назад. Ты думаешь, я его украду? Не получится. Кто знает. В 5 минутах в ту сторону может быть спуск. Да, да, возможно. Или в 2 часах, или в 3. Уилл, я не пойду вдоль обрыва. Давайте пройдем примерно 30 минут. Не найдем спуск, повернем назад. Ладно. Пойдем назад в лес. Эй, прошло уже 2 часа. Спуска вниз нет, и точка. Что? Прогулка окончена. Нет. Слишком опасно. Что? Да, вам двоим надо вернуться и ждать в машине. Мы никуда не вернемся. Наши организмы начинают страдать. Посмотри на Шерил. Хочешь, чтобы она пробыла тут еще не один час вдали от помощи? Она не защищена. Шерил, постой. Шерил. Я не твоя собственность, ублюдок. Шерил, стой. Убери руки. Надо его послушать. Ты бросил меня на произвол, а теперь пытаешься изменить? Ты не будешь меня контролировать, не смей, мерзавец. Не получится. Ли, нужно... Еще одно слово, я тебе челюсть нахрен вырежу. Я сделал то, что должен был. И она защищена. Мы ходим по минному полю, пойми. Надо подумать. Они не пройдут далеко. Да, но мы пройдем. Надо было свернуть назад, час назад. Дон? Я в порядке. Пойдемте. Уилл, смотри. Что? Вон там. Пойдем. Давай. Извещение о выселении. Эти леса лицензировали? Землю аннексировали. Дешевле было бросить все тут, чем вывозить. Проверю, что там с припасами.
Ли, Шерил. Вот. Перчатки, шапки. Вкусно пахнет. Что это? Нельзя ждать урожая без семян. Это может стать хорошими семенами для кого-то. Он собирался переплыть озеро. Откуда у тебя эта татуировка? Из тюрьмы. В ней кажется, что жизнь окончена. Но жизнь — это колесо. За решеткой я встретил учителя. И он показал мне, как все обстоит. То, в чем я якобы нуждался, только отрезало меня от истинной реальности. Это было корнем неудовлетворенности. И все же ты здесь, в лесу, рискуешь жизнью ради горшка золота. Да. Но он мне не нужен. Я хочу найти его для Шерил. И я тоже хочу. Чтобы она увидела, что видел я. Это станет началом нашей новой жизни. Так, послушайте, мы потерялись. Простите, мы правда потерялись. С чего он так долго? Вы сломали мой замок. Это все я, простите. Мы потерялись и наткнулись на вашу хижину. Печь открыта. Едите мою еду. Решили, что мое — это ваше. Мы оставили деньги на полке. Не собирались ничего красть или портить. Значит, ваши намерения добрые? Это утешает. Шепот, что вы слышите в ночи. Это я. Вы не знаете, что знаю я. А что вы знаете? Это знание о добре и зле. Я знаю, я вкусил их и не умер. Понимаю. А мы потерялись. Наша машина застряла, пытались срезать путь. Ты лжешь. К трассе. Я тебя раскусил. Глаза — это зеркало души. Надо завесить их, чтобы удивить меня. Вы вломились в мой дом. Сэр, посмотрите на нас. Мы одеты не по погоде. Подходите к своему огню. Давайте. Смелее. Чего ему зря гореть? Ладно, иду. Иду. Послушайте, у нас были... У нас сейчас проблемы. Закон гласит... Закон? Кто тут закон? Вы отобрали у меня все. Как мне вернуть то, что вы у меня отобрали? Мы случайно пришли сюда. Верите в случайности? Хватит спорить. Вот мой... Как досадно. Один выстрел, ублюдок. И мы втроем тебе горло порежем. Мы ищем золото. Оно на берегу озера. Мы знаем точку. Нет. Прошу, прошу. Мы поделимся. Мы разгадали загадку в конкурсе. $20,000 золотом по радио. Мы отгадали все подсказки. Правда. Это координаты. Можете их взять.
Золото — это слишком просто. Идите по следам моего снегохода до трассы 2 километра. Поспешите, выживете. Мне надо в туалет. Шерил. У вас ни к чему уважения нет, правда? Супер! Теперь он думает, $20,000! Кто ты? Где мой брат? Я принимаю свои решения, не его. Черт, Ли, достал со своими мантрами. Всем на них плевать. А ты отдала листок, и теперь нас ждет гонка. Что-то ты вообще нас не спасала. Это всегда была гонка. Но теперь мы ее выиграем. Какой сейчас мороз? Да какая разница? Думаю, я не смогу. Я не дам тебе упасть. Как мы поднимемся с золотом? Никак. Мы пойдем к озеру. Оно выходит к трассе. Доедем на попутке, и я изучил карту. Но это наш кратчайший путь вниз. Уилл, я не могу. Не могу. С нашими двумя работами денег хватит. Мы соберем деньги. Может, позвоним моему папе? Я... Работы нет. Извини. Я солгал. Меня подвели. Не знал, что сказать тебе. Ты мог сказать правду. Какую правду? Что ты вернешься к сестре и родителям, а я поеду на нефтепромысел? И если повезет, через год мы купим свой дом? Потому что для меня правда такова. Так, слушайте сюда. Ноги в 2 петли поменьше. Это вокруг талии. Не прикасайся к петлям при спуске. Давай, поехали. Хорошо. Лгать надо, чтобы защитить кого-то, а не себя. Дон, ты хотела искать золото, даже когда у меня была работа. Оно нам нужно. Больше, чем ты думаешь. Дон! Черт, держи меня! Держи меня! Хорошо. Все хорошо. Так. Все, пойдемте. Thank you.
Мы уже близко. Пройдем этот участок и будем на озере. Шерил. Шерил. Уилл. Уилл. Черт. Шерил. Шерил. Проклятие. Что с ней, Уилл? Что с ней? Все хорошо. Нагребай снег. Что? Нагребай снег там. Нагреби снега. Холодно. Черт, температура упала. Не учли это. У нее гипотермия, она... Мы ее согреем. Так. Копать буду я. Хорошо. Так, 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 погоди. А где Дон? Дон! Вот дерьмо. Скоро вернусь. Дон! 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 Дерьмо. Дон! 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 Вот. Держи обеих. Хорошо. Держи обеих. Да, 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 да. Да. Я буду копать. Так. Так, Ли, заходи. Вот покрывало. Держи. Зажги свечи. Спички. Черт возьми. Черт. Что? Что такое? В чем дело? Мой чертов ботинок был снаружи Квинзи. Нет. Ее чувствуешь? Уилл, ты расходишься. Мы почти возле золота и почти выбрались. Расхожусь? Ты думаешь, прошлая ночь была холодной? Подожди, пока выйдем к озеру на открытое пространство. Надо возвращаться. Никто не вернется на ту скалу. Да, холодно. Сейчас зима. Как и вчера. Хочет на скалу? Пускай идет на скалу. Он напуган. Сгущает краски, чтобы мы не получили золото. Через час на таком морозе я лишусь пальцев. Потом ступни. А может и нижней части ноги. Я уже видел такое. Там слишком холодно. Надо возвращаться. Мы шли вперед, пока было можно. Теперь надо уходить. Нет! Ты не командуешь нами, Уилл. Мы четверо людей, встретившихся на дороге и шедших вместе, не более. Мы пойдем за золотом и унесем все, что сможем.
Эй, куда вы? Нам надо все решить. Шерил, когда жизнь подбрасывает поворот, нельзя отклоняться от пути. Вы умрете на той скале. Ли, постой, Ли. Мы даже не знаем, есть ли там золото. Мы знаем. Уилл, они все заберут. Надо идти с ними. Если пойдем, а золота не будет, и я потеряю ногу, то лишусь всего. Жизни, работы, дома, всего. Я же говорил. Я все решу. Все решишь? Я 100 раз это слышала. 100 раз. Дон. Куда мы в итоге попали? Сюда. Мы уже переживали подобную неудачу. Из этой я нас тоже вытащу. Из последней не вытащил. Это было не наследство, а деньги моего отца. И не подарок, а заем. Мы с папой все тогда уладили. Ты хоть представляешь, что я сейчас чувствую? Я не повторю такое. Уилл. Я просто хочу, чтобы все стало, как было прежде. Ты думаешь, я не хочу, чтобы было как прежде? Дон, Дон, там слишком холодно. Дон, прошу. За сколько ты спустишь этот миллион? Вот что я хочу знать. Шерил. Шерил. Шерил, постой. Шерил. Да подожди ты. Дерьмо. Thank you.
Охренеть. Что? Это оно. Золото, а где-то тут. Ты просто... Молодец. Стой. Вот оно. Отойди. Убери. Убери это отсюда. Отойди, отойди. Хорошо, хорошо. Тогда это оно. Поднимай, Ли. Охренеть.
Они обжигают. Они очень холодные, как кубики льда. Даже не чувствую их. Надо было взять перчатки. Ничего, ничего. Пойдем. Мы за ним вернемся, ладно? У нас достаточно, и мы вернемся. Все хорошо. Тут еще три ящика. Решила просто бросить нас. А если он сдох? И ты помчишься плакаться копом? Шерил. Шерил, что? Что случилось? Шерил. Мы вернемся за ним, Шерил. Мы за ним вернемся. Нет, Шерил. Все хорошо. Мы вернемся за ним. Помоги мне. Нет, Шерил. Ну что ты, давай, надо встать. Ладно? Нам надо идти. Сейчас. Прямо сейчас. Кажется, я слышал снегоход-охотника. Нам надо идти. Он мертв ли?
Что? Я отравила виски, чтобы золото досталось нам. Но этого мало. Этого мало, правда? Осталось еще Дон. Ты жди тут, а я пойду за Дон. Ты должен ее убить. Ей нельзя доверять. Она пыталась убить меня. Хорошо. Хорошо. Ты только... Ты всегда будешь в опасности, Ли. У тебя спутались мысли. Тебе надо согреться, ладно? Иди сюда. Не отключайся. Не отключайся. Я пойду за помощью. А ты жди тут. Только не отключайся. Не отключайся ради меня, Шерил. Дон! Не смей засыпать. Не отключайся. Не отключайся, Шерил. Дон! Дон! Не отключайся, Шерил. Дон! 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 Почему ты ушла? Не подходи! Шерил, плохо. Она не может идти дальше. Нам нужна помощь. Я просто хочу домой. Дон! Дон, можешь забрать все золото. До последней монеты, прошу. Прошу, помоги нам. Она умирает. Мы все умираем. Так, 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 так. Так, 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 так. Нет, ты должна очнуться, Шерил. Ты должна очнуться сейчас же. Шерил. Шерил. Все, все, я тебя согрею. Я согрею тебя. Держись, я сейчас. Я рядом. Все, все, все. Сейчас ты согреешься. Иди сюда. Нет. Нет. Ты должна очнуться. Ты должна очнуться, прошу. Очнись. Ты должна очнуться. Очнись. Очнись же.
Дон! Дон? Уилл пытался пристрелить меня со скалы. Уилл жив. О, Боже! Этого не должно было случиться. Thank you.
Дон. Дон. Мистер Эванс? Мистер Эванс? Мистер Эванс, я доктор Рис. Вы очнулись в больнице Вэлли Мемориал. Дон. Простите, что разбудила вас, но офицер полиции хочет задать вам пару важных вопросов. Он слышит? Да, слух, кажется, в порядке. Дон? Где моя жена? Мистер Эванс, сожалею, но ваша жена мертва. А ваши компаньоны Ли и Шерил Давидович? Была некая стычка, но погибли они от холода. Охотник по имени Джейкоб Эванс также мертв. Есть еще трупы, о которых нам следует знать, мистер Эванс? Нет. Зачем вы пошли туда? Мы искали золото. Они что-то нашли? Спасибо, мистер Эванс. Их было всего четверо, Эл. Он не знает, что они его нашли. Кормак везут на кремацию, как неопознанного. Там лежит еще больше, Эл. Сегодня вечером.